Музей «Білий світ» представлено виставку української легенди Олександра Семеновича Найдена. Як усі ми знаємо, Олександр Семенович є членом-кореспондентом Академії наук, доктором мистецтвознавства, автором численних багатьох книжок і, як він сам себе характеризує, художником-примітивом. Наголошую, не примітивістом, а примітивом. Оскільки я знаком з мировим іскусством, неплохо, и книги читаю, с философией мировой. Вот, так сказать, прочитал почти всего Хайдеггера, Сартра и так далее. Вот я, конечно, оно сказывается, но больше тут идет вот чисто эмоциональных моментов, таких моментов воспоминаний, моментов чувственных. Вот, понимаете, потому что вот этот, например, цикл, где вот этот аварийный поселок, который строили немцы пленные. Я старый человек, мне было лет 10, мне было лет 8, когда немцы пленные строили вот эти вот дома, их водили строем. Теперь эти дома еще стоят, причем строили они по немецкой архитектуре, по немецкому архитектурному проекту, плану, там архитекторы свои были, инженеры, штукатуры, лепщики и так далее. Вот это все пленные немцы делали. И потом, когда я увидел этот аварийный поселок, я уже забыл, а потом я его снова увидел, я увидел там вот этих призраки, вот этих немцев и так далее, и так далее. Но, понимаете, вот этот эмоциональный момент, он меня подвиг на этот цикл. Еще там был такой момент. Я как-то там, а я бродил там с фотоаппаратом, у меня много снимков. Там одно время снесли какие-то здания, образовался такой пустырь, и на этот пустырь, это было лет 20 тому назад, свезли всех вот этих пионеров гипсовых, понимаете, трубачи, барабанщики, отдающие честь. Вот там было очень много, причем половину из них уже было, значит, искорежено, поломано. И вот это тоже, вот такая мистика, эти гипсовые пионеры, вот это все, вот это, понимаете, оно, и этот поселок, и немцы пленные, и вот этот вот символ такой, понимаете, какой-то кавкианский немножко. Вот это все и меня не научные мои труды, а вот это именно эмоциональное впечатление, вот это все, оно меня, так сказать, подвигло на это дело. Ну, кого рисовать, кроме себя? Это так не автопортрет, это такое, знаете, в общем, какое-то, оно само собой получается, что это я. Как говорится, весь мир там сбивается в клубы противоречий, и всюду я. Солдатиков. Дело в том, что с детства я их помню. Знаете, все заборы, эти дощатые заборы, которые подсыхали уже в конце апреля, было тепло, и они высыпали целыми такими большими стаями. Воспоминания о детстве. И тут какая-то биография с удачами, неудачами, с какими-то сюрреалистическими моментами, с, понимаете, дальнейшими моментами пьянства и так далее, и так далее. Все, что хотите. Вот так оно, так сказать. И потом вот этот вот комический момент еще, там жук на него смотрят. И тут такое какое-то, в общем, трудно объяснять эти вещи. Они, так сказать, как есть, так и есть. Я эскизы делаю сначала шариковой ручкой, потом я их исправляю, потом я выправляю, потом я переношу на бумагу, и потом пишу уже этот. Это не от фонаря, знаете, так, а-ля прима. Это делается более или менее уже осознанно. Хотя фактор исполнительства тут произвольный. Потому что я бы мог поднатужиться и делать более натурально, более это, но
поскольку язык вот этой вещи, он вот такой, вот я так его с элементами небрежности определенной, с элементами определенного вот этого, даже неряшливости, и вот это, так сказать, ну, такой специальный язык. Такий справжній, гарний примітив, такий гарний, професійний примітив, можна сказати. Ну, отсюда і забавно, бо от уяви собі, розумієте, оці сюжети, всі його взяти і намалювати правильно. А й дивитися не захотіло би, а він знайшов таку мову, розумієш, що просто не, і хочеться посміятися, дивуватися. От, дуже приємно, дуже, в нього кольорова гама, дуже цікава. Ну так, ну чоловік має смак, я би сказав. Ну молодець, що він вчений. От, йому ніхто не заздрить із художників, бо він вчений. Діло в тому, що от ці две, а эту я написал вообще недавно, оно захотелось. Это «Осколки», у меня был большой цикл «Тени и призраки». Там были многие деятели культуры, и за их спинами, вы видите, стоят какие-то определенные типа призраков. Вот тут те люди, которые, так сказать, делали погоду в 20 веке. Мао, Хайдеггер и Гитлер. Вот. И за ними стоят призраки. Вот это призрак бабы Ани, сумасшедшая была баба в нашем дворе. Вот, пожалуйста. Это Керенский такой был тоже, юродивый. Его звали все Керенский. Это Наташа, знакомая, она давно умерла. Художница тоже с приветом. Я довольно продуктивный. Я за лето делаю 50-60 где-то гуаши. Дюшан. Да, Дюшан с нами. У меня целый цикл такой есть. Это только отдельный. Ну, да, там да, везде, да, во всех этих, то к соснам писсуары эти, то к какому-то трактору, то еще что-то. И везде Дюшан с нами. Да. Это рукоголовые люди. Ну, это вот такой эмоциональный жест. Нет, это наоборот жест отчаяния и невозможности чего-то. Вещь эта называется «Зимка». Много кукол разных было. А вот «Слепая кукла» – вот это я недавно, этот цикл. Вот тут видите, я старый человек, и мы еще писали перышками номер 86. «Место тополей». Это тоже большой цикл. Как бы кукольные руки, которые даны вот этим вот монстрам. А вот то крайнее, это моя любимая художница Примаченко. У меня есть монография о ней. Маски Примаченко, вот это ее звери, и лица, и жуки-солдатики. Тут можно объяснить, это можно объяснить. Это фресковая, это, там такая нежная фресковая живопись, я пытался, легкая такая, понимаете, плавающая. Вот так. Вот эти вот я специально их делал не яркими, а такими солдатики. Олександр, знаєте, для мене прекрасний зразок скасування всяких упереджень. Що є немолода людина, а творить молоді і запальні, і прекрасні стильні речі. Зазвичай в літньому віці на творчості і взагалі на творчій пристойні ставлять хрест. Справедливо. Так завжди буває, але обнайден так нема. І тільки справжньо починається. Потім він якийсь особливий такий український антиромантизм. Це на моїй пам'яті єдиний український мистецтвознавець, взагалі, ну, не тільки український, який став художником. Причому художники його визнали. Виставляють в галереях не тільки через поблажливість, не тому, що він там якісь там має погони, лички там через. Чисто тому, що він цікавий. От як мистецтвознавець він реалізувався, як художник реалізувався. Це дуже важливо. Як для мене художник визначається тим, наскільки він вміє чітко робити, влаштовувати свою власну міфологію. Цей маленький театр такий свій, найденівський театр.